футбол? Нет, не футбол. Давай футбол играть. Давай футбол играть. Не кидайся, давай футбол. Кто говорил, что у Гердуси нет? Вчера кто-то написал, что у Гердуси игрушечек нет. Говорю, пока только две, третья на подходе. Ну, пока только учимся, да. Так, футбол. Давай, другой лапой футбол. Вот, вот. Бол. Это у нас семейное. Моя Санец, она очень хорошо играет в футбол, он умеет. Где игрушечка? Футбол. Давай, подача, давай, пас, пасуй. Что? Стоп, что делаешь? Что? Как это делаешь? Твоя очередь. Теперь ты давай. Ну ты давай. Ой, мать, будь здорова. Не хочу футбол. Хочу лист делать. А может попробуй другой мяч дать? Попробуй. Кидусь. Вот смотри, еще вот пока такие игрушечки тебе более-менее безопасны. С этим все норм пока. Кидусь, смотри. Опа. Ты кто такой? Опа. Скажи, поинтереснее будешь, катаешься. И катаешься здорово. Гол! Вратарь дырка, погрызли, шито. Прикольно, прикольно. Ой, ты и с их длинными лапами. Так смешно это выглядит. Бери мячик. Пиздай его. Играй, играй с мячиком. Ну, играй. Спокойно совсем лежит, давай скорее, то он получит. Играй с мячиком. Да ты, моя Жаня. Ты что это за кошка такая? Раскучая. Иди играй. Иди, нет, дай полизать тебя. Нет, дай тебя облизать. Иди играй. Иди играй. У папы мячик, смотри, у папы мячик. Интересная штука. Те, кто говорил, что ножки узко стоят, как она между ними пробегает даже, и просто проходит. Там их две как раз таких попки уместятся. Да. Две попки уместятся. Ну давай, давай, ну что он там лежит? Или этот? На какой? На какой? Или вот этот с хвостиком? Это, скажу, удобнее, его кусать можно. Да. Ты мой хороший, ты мой сладкий. Спасибо, спасибо, папа. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот тебе третья милаха. Игрушка. Скоро мягкие игрушки тебе начну давать. Тихонечко. Ты у нас вроде не грызун, ничего не грызешь. Играешь аккуратно. Папа целует, да? Скоро с тобой нос глаз будет делать. Будем делать нос глаз. Нос глаз. Будем делать с тобой. Наша семейная фишечка. Вот и поиграли. Жадные до ласки, конечно, кошка, жадные, очень жадные. Давай, давай.
Че, Зайка, на улицу пойдешь? Ну пойдем на улицу. Я тебе там покидаю мячик. Пойдем? На улицу. За мячиком. Кидусь. Пойдем на улицу. Мячик, мячик играет на улицу. Пойдем. Пойдем поиграем. Ну, походи. Тебе через дверку надо. Ой, ты сладкая. Потягушки. Здравствуйте, пожалуйста. Алло, он тут. Кого ты там осматриваешь? Катусь. Скажи, слишком быстро движется. Гет. Занята чем? Зай. Занята. Целуйте, целуйте. Скажи, пообщаться пока. Я поняла, скажи, что ты моя, все, это понятно. Но я хочу сейчас пока пообщаться немножечко, да? Мы уже с тобой вычислились все. Ох. Все, тут. Надо все, можно уже расчеточку помельче покупать. Он, я вычислил, оно на ней половину висит. Мам, ты где? Мам! Что он меня опять тешит? Котеныш. Ты котеныш наш сладкий. Я все постепенно осваиваю. А мы, скажи, кошки, мы никогда не торопимся. Сейчас поместит, смотри. Угу. А, нет, пописти. Ну, пописти пометила. Считай, что. Тут все твое. Теперь точно мое, чтобы никто не сомневался. Где ты, крошка? Пометил, молодец. Все, дело сделано, да? Там нет никого, все тут. Интересно еще, как на зеркало будет реагировать. Угу. Потому что тут, отражение понимает, да, что она видит, да. Отражение. Она пока не понимает, что себя видит. Угу. Интересно, правда, на зеркало как среагирует. Надо попробовать. Сейчас здесь еще повесит. Угу. Мэйсон тоже из угла каждое утро обнюхивает, она его метит постоянно. Как-то границы своих владений. Сейчас улыбку Флемон изобразим. Огернусь. О, да. Да? Да идем. Обнимавки. Обнимавки. Нет, не обнимавки. Просто так скажу. Чует папу. Уронишь.